Конкурс «Библиотека. Территория чтения» набирает популярность. Сельский проект среди работников культуры и читателей уже завершился в нескольких районах области. Положительный пример поведения таких конкурсов привлек внимание городских библиотекарей. Подробности в сюжете Екатерины Барковской. Любовь к книгам Елена Усова прививает и своим читателям. Узнав, что в районных центрах области прошел конкурс «Библиотека. Территория чтения», решила и сама принять участие в проекте. Говорит, что готова показать свои знания и опыт не хуже, чем ее коллеги из районных центров. Мы были очень рады за наших коллег. И, можно сказать, даже немножко позавидовали. Поэтому и выступили с такой инициативой провести конкурс и у нас. И, конечно же, мы будем очень рады принять в нем участие. Может быть, даже победить. В непринужденной обстановке в одной из библиотек Саратова руководитель проекта и сотрудники культуры обсудили значимость возвращения России статуса читающей страны. Эта миссия лежит именно на работниках читален. На предстоящем конкурсе, по словам депутата Государственной Думы Николая Панкова, саратовские библиотекари намерены показать высокий уровень профессионализма, тем самым популяризировав профессию. Хорошие коллективы, каждая библиотека имеет свои традиции. И мы приняли решение, что здесь, в Саратове, в Волжском районе, этот конкурс будет тоже с сентября месяца работать. Они будут между собой соревноваться, получат призы, подарки. Одним словом, нужно всегда поддерживать людей, которые переживают за свое рабочее место, которые свой потенциал, свое творчество передают из поколения в поколение. Конкурс «Библиотека. Территория чтения» набирает популярность среди работников культуры области. Так, его участниками уже стали около 200 человек из 15 районных центров. И именно этот сельский проект станет основой городскому конкурсу с участием читателей-библиотекарей. Фактически у вас вы всю жизнь с книгой, со знаниями передаете опыт, делитесь традициями или что-то. И то, что, конечно же, основное, во главу всего я ставил человека. Человека труда, человека профессии. Именно вашей профессии. Чтобы подчеркнуть, что она нужная. С инициативой проведения подобного конкурса также обратились еще 5 сотрудников областных библиотек. Екатерина Барковская, Марина Асонова, РЕН-ТВ, Саратов.